Всем привет, ребят. Ну что, мы сегодня на секретном нашем аккаунте тестовом. И сегодня у нас очередной подгончик. Попробуем собрать все-таки зефирку на этом аккаунте. Я вам показывал, как нам повезло в прошлый раз. Сейчас посмотрим, или повезет нам точно так же. У нас куча магической пыльцы. Забираем плюшки. Я надеюсь, все влезет. Да, вот все влезло. 210 магической пыльцы у нас есть. И сейчас мы попробуем вытащить. Может повезет, может не повезет. Посмотрим, как пойдет, какие плюшки мы получим. Ну и даже сумочка есть. Ну, сумочку мы напоследок оставим. Куча разных плюх нам дали, карты. Давайте изначально откроем вот этот чик. Отлично, просто посмотрите, какие эмблемы. Девятый на этого, на архидемона. Пакт, ремка. Ну, в общем, все, что надо для тестов, у нас уже есть с одной попытки. Сразу же девятые эмблемки. Причем, поехали. Соберем отсюда скины. Так, отлично. Тут у нас еще есть, это подарки были за один самоцвет. Хранитель леса, то что надо. Не могу открывать, а у меня что тут тоже перелимит уже по героям. Окей, отлично. 165 на 13 скилл уже есть. Как видите, ресурсов здесь тоже уже прилично накопилось на этом аккаунте. Ну, поехали. Самое интересное — достать сейчас зефирку, попробовать. Скин уже есть. Так, также скин у нас есть на стрелка. Окей, с этим разобрались. Поехали. Будем ловить, пробовать, повезет, не повезет. Так, в дискаунте что у нас сегодня интересного? Ну, можно забирать. Пусть будет. Это не помешает. Так, монеток у нас больше, к сожалению, нет. Также сегодня коллекционер, обалденный причем коллекционер. Можно за определенные плюхи вытащить топовых. Точнее, топовые плюхи за определенных героев. Так, у нас до сих пор, кстати, нет седны. Печально. Многих героев у нас еще нет. Сколько плюх мы попропускали. Ой, отлично. Кого мы там получили? Химку недостающую. Или она у нас была? А, по-моему, ее покупал. Да. Так, с окей. Поехали. Значки почета, зефирика, книжечки, сундучки, еще одна зефирка, еще одна зефирка и еще одна зефирка. Так, и сундуки. Ну, неплохо. Вот смотрите, пятых сундуков 80 штук. Обалдеть, сколько у нас зефирки вообще есть. 51. Одна четвертая, по сути, от героя у нас уже собрана. Ну, скоро она будет, я думаю, зефирку будут за пак продавать. Хорош, вот это мне нравится. Ничего себе. Пойдет.
Смотрите, что делается. А, и одну испортили. Так, и того, что мы имеем в итоге? 73. Всего лишь 23. Сколько мы вытащили? Всего лишь только половина будет. Да, жесть, жесть. Как видите, осколков не особо много дают. Но шансы, конечно, всегда есть вытащить побольше ее. Вот смотрите, сейчас вообще не поперло. За этот заходик мы получили 93. То есть, по сути, за одно заполнение шкалы вы получаете где-то приблизительно 20 штук. Это в лучшем случае. Но вторых сумок так и до сих пор не продают. Вот смотрите, опять значки почета. Печаль. Давайте, ладно, уже посмотрим, сколько за этот заходик нам дали. 111, то есть в среднем так оно и получается. Где-то за одну шкалу заполненную вы получаете чуть-чуть. 20 осколков всего. И уже после полуночи мы добьем еще одну. 1600, 400. А, у меня не влазят камешки уже. Итого 114. Чуть-чуть больше половины. Получается 80 осколков где-то мы забрали. Ну, в принципе, тоже неплохо. Так, что у нас тут еще есть интересного? Тут мы паки все забрали, поехали посмотрим по плюшкам. Так, Тесса и призрачный всадник. И давайте еще отсюда откроем. Чик, единичка. Жалко, не 33. Так, этим мы не можем открывать. Сумочки, как обычно. Ну, в общем, немного-немного еще осталось, и у нас будет зефирка на этом аккаунте. Ну, в принципе, можно ее и за день получить, но нам спешить некуда. Будем ждать топовых плюх. 112. Сейчас попробуем с вами ловить зефирку. Так, смотрим, кого у нас по героям еще нет. О, Тесочка, нифига себе. Плюс еще один недостающий герой, отлично. Где там наша Тесса? Что-то я ее не открывал, провтыкал. Аж 3 штуки осталось. Отлично. 59, 89. Так, ну душек. Ну, может, у меня там еще кто-то завалялся на этом аккаунте. Гаргул есть, что я его не открывал. Это ужасно. Сколько героев топовых. И вспоминаешь сразу русский сервер, блин. Полез. 70. Так, Валька, Варлок. РТшка. Модер. Ну, душика, в принципе, можно и так получить. Сейчас я посмотрю, что тут у нас на рынке. Ну, тут все есть. Посмотрите за десятку, какой пак обалденный. Давайте попробуем выбить недостающего хотя бы одного. 2 героя мы уже добили только что. Попробуем сейчас еще кого-то словить. Ведьма.
Коллекционер есть, в принципе. Дракос. Булька и Ара. Отлично. Смотрите, как прет. Итак, смотрим. Смотрим. Ара нужен. Дракос нужен. И бульдозер нужен. Плюс три героя, ребят. Жесть. Вот так вот. Открываем бульдозера. Я пока качать не буду. Дракоса особо смысла нет. И Ару. Чик. Отлично. Так, и того, что у нас получается. Мы уже забрали второго Минотавра. Вот так вот. Каким темпом мы скоро дойдем? Да, блин, не хочу я с вами в Инстаграм выйду. В Инстаграме сидеть. О! Такс. А, нам... Ничего себе, 100 самого на халяву получили. Так, разрухи нам еще есть и есть куда петлять. Ну, в принципе, думаю, скоро дойдем. Так, отлично. Все меньше и меньше недостающих героев. Еще один Минотаврик. Отлично. Все, вот так вот. Ждите тестов, пишите комменты, ставьте лайки. Ну и постараем уже скоро достать сюда зефирку. И потом вернемся к десяточке. Всем удачи, всем пока.